Вот так, настораживая капканы, собирая в тайге пушную дань, трудится охотник-корыч Василий Муленка. 60 лет за плечами. Соболь. Сколько таких добыто за 4,5 десятилетия охоты? Разве упомнишь? Считал, что из пушнины, добытой Василием Прокопичем, можно было бы пошить шапки для всех жителей Хабаровска. А он все идет и идет по тайге.